Привет! Баба Вера опять с вами! Сегодня такое событие! У Тимати и в Алишера вышел клип новый, и только вышел, мне Белом скидывает, и я решила сразу сделать реакцию. Хотя, знаете, вот на ребятам эти мне не дают зарабатывать. Авторская блокирует все, монетизацию полностью снимает, так что это просто реакция. Никогда не давали бабушке заработать. Так что, что я могу сказать? Смотрим их ролик, а как оно... Проблема, короче. Не смогла сказать, какая. Так, ну давайте посмотрим. Ой, новый ролик. Смотрим быстро. Все, поехали. Оу. Сейчас и бассейн будет. Челки, бассейн, как всегда. Я вот здесь по процентам не понял. 1. Ага. 99. Ух ты! И я согласна. Окей. Окей. Делаю деньги, пока ты блестишь. Шепи на мне, это тысячи ты. Дед мой хос. Эй, я никогда ни на чё не копил. Не выебал рэп, потому что любил. Делаю бомбы, но я не фейки. Запрещенная в Российской Федерации организация. Вопрос. Выбрать себе Rolls-Royce или Royce-Rolls. Это big boys, playing big toys. Тимати в клубе, знай, кто я такой. Ай, проснись, 20-й год на дворе. Окей, big boys, play with big toys. Big toys. Я легендарен, как Pink Floyd. Pink Floyd. Я на Феррари, как big boss. Big boss. Цепь на мне, как твой дом. Bing. Слышь, мне похуй там, как ты. Как ты. Разорвал контракты. Yeah. Тимати стал делать лучше. Что? Когда ушел из Black Star'а. Все, что ли? На этом клипе мы заработали. Ух ты, мать моя родная! Я, дурочка, еще смотрю. Худяков. Ау! Эти клипы, я прям
Прям не могу, сейчас взорвусь. Но все-таки, что хочется подчеркнуть в этом клипе? Чувствуется уровень съемки другой, да? Попы уже без целлюлитов такие. Или это зависит от съемка получше, позаглаживали все. Видно, видно. А так, ребята, как всегда, бассейн, голые попки. И, по сути, ничего нового. То же самое все. Вот. Ну, может, девочки другие. Я тут даже не спорю. О, по попкам я не узнаю. Алишеру уже надо определиться, я так думаю. Бери Lamborghini. Мне больше нравится. Так что советую. Видите? А на клипах. Вы видели, сколько он зарабатывает? Так это ж мы ему помогаем, вы же учтите, он на бабушке зарабатывает. Я делаю реакцию, а у меня не дают мне заработать на нем. Полностью авторское, он зарабатывает. Короче, вот там среди этих денег есть и мои, те, что я заработала. Верните деньги бабушке, ребята, не наглейте. Тимати ушел с Black Star, а все равно зарабатывает на бабушках. А вообще... О, получается зарабатывать, молодцы, а мы, не могу сказать молодцы, что такое смотрим, но нравится, смотрите, это ж на вкус и цвет товарища нет, так что, думаю, я на них много не заработаю, и что мне надо, наверное, комментарий написать, вот, я под видео прям напишу. Пускай читает. Так что, пускай читает, а я что? А я не буду больше давать на себе зарабатывать. Успеха вам, ребята, но без меня. Так что, пока-пока. Всем до новых встреч. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера.